История спасения рыси в Енисейске закончилась печально. Дикая кошка умерла вскоре после того, как ее поймали. Последние два дня она бродила возле жилых домов. Ушастую охраняли полицейские, а сотрудники Центра дикой природы приманивали ее курицей. Куда ты пошла? Ну куда ты пошла? Ты че? Ну куда, киса, киса? Кс-кс. Не надо, кисунька, не ходи никуда. Сядь, посиди. Ну и в итоге рысь попала в сети. На место приехали лесосибирские ветеринары, ввели снотворное, чтобы отвезти животное в зеленогорский зоопарк на передержку. Но рысь не выжила. Предположительно, у кошки не выдержало сердце. В Центре дикой природы «Инстинкт», который специализируется на таких случаях, утверждает, что использовать препараты было опасно. Несмотря на все мои предупреждения, что рысь нельзя вводить наркоз, у них маленькое сердце, рыси, по нашим данным, поставили наркоз. Животное просто не выжило. Это факт. Ну, теперь уже известно, что хищница прибежала из Лесосибирска. Там ее искали с сентября. Специалисты говорят, что рысь была домашней. У нее на шее был ошейник. Она вышла к людям, обессилевшая в поисках еды.